Всем привет! У нас сегодня в обзоре обновленная модель Spot от фирмы Black Diamond. Давайте немножко поговорим об этом налобном фонаре. Налобный фонарик от фирмы Black Diamond модели под названием Spot со световым потоком 300 люменов. Это универсальная рабочая модель, которая подойдет для экспедиций, походов или для длинных ночных посиделок. Регулировка яркости и различные режимы свечения, водонепроницаемый корпус, которым можно погружать воду на 1 метр на целых 30 минут, делают данную модель универсальной. Улучшено периферическое освещение для работы с ближним светом во время приготовления, чтения или сортировки снаряжения. В данной модели имеются светодиоды под названием Quad Power LED и Double Power белый LED, который обеспечивает цветовой поток 300 люменов. Также у нас имеется здесь красный Single Power LED, имеет два режима. Есть у нас здесь водонепроницаемый корпус с показателем IPX8, эластичный ремешок со светоотражающими элементами, который можно подогнать под размер своей головы, и работает данный фонарик от трех батареек типа 3А. Здесь мы немножечко так открываем, я хочу показать, как это все выглядит. Раз, открыли, вот эти три батарейки. Закрываем, фиксируем и можем спокойно приступать к работе, тем более, что угол работы у нас здесь вот такой вот. Видите? Можете отрегулировать под себя. Итак, поговорим немножко про режимы. Включаем, у нас включается наш первый режим красный свет. Нажимаем три раза, у нас вот включается красный строб. Нажимаем кнопку Power, включается у нас наш основной светодиод. И когда вы зажимаете кнопку Power, вы можете регулировать яркость от 1 до 300 люменов. Все очень быстро, видите? Так все регулируется. Нажимаем еще раз и переключаем наш дополнительный светодиод, который также можно отрегулировать его яркость посредством нашей кнопки Power. Видите? От меньшего к большему. Есть у нас кнопка под названием Power Tap, который возвращает в предыдущий режим. Видите, мы нажали, у нас предыдущий режим, это работает сразу два светодиода в максимальном режиме. Вот мы нажали, и он, собственно говоря, возвращается. Работаете в одном режиме, быстро нажали, и вот оно возвращается. Ну а теперь давайте посмотрим, как данная модель смотрится на голове. И не забывайте, огромный выбор налобных фонарей от фирмы Black Diamond и не только имеется на нашем сайте mandrivnik.com.ua.